Один лишь внешний вид этого существа способен вызвать дрожь по телу. Этому симпатичному пауку не нужна крепкая паутина и мелкие насекомые. Он предпочитает лакомиться рыбой. Для этого в его арсенале есть невероятные приспособления и умения. Он, как герой известной книги, умеет ходить по воде. Согласитесь, уже неплохо. И так же, как настоящий хищник читает подводный мир, который находится под ним. Каждая малейшая вибрация дает ему всю инфу про его добычу благодаря тысячам крошечных шипов на конечностях. В этот раз рыбе повезло. Но теперь она забрела на мелководье, и паук ее точно не отпустит. Стремительный бросок, и он впрыскивает парализующий яд, который превращает рыбу изнутри в питательный смузи. Охота удалась.